инфраструктуры. До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий в морской зоне. К нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов стрелковых бригад на Купянском направлении. Значительно занимается созданием военно-учебных центров стрелковых бригад на Купянском направлении. В результате эффективного огневого поражения вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения военной техники, в том числе 7 американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши, Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка «Леопард» и 1 английский танк «Челленджер». США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей –